Аневризма вены галена обычно сочетается с разнообразными формами артериовенозных коммуникаций, которые и определяют гемодинамические особенности. Крупные артериовенозные коммуникации приводят к выраженному шунтированию крови, которые вызывают нарушение гемодинамики и сердечную недостаточность. Следствием наличия патологических артериовенозных соустий в системе большой мозговой вены явилось значительное расширение правых отделов сердца плода. В данном видеоматериале стрелками обозначены значительно расширенная полость правого предсердия и расширенная полость правого желудочка. Каких-либо врожденных пороков сердца в данном наблюдении выявлено не было. Представлен еще один вариант наблюдения четырехкамерного сечения сердца плода. Стрелками обозначены значительно расширенная полость правого предсердия и расширенная полость правого желудочка. Также отчетливо определяется движение клапана овального окна в полости левого предсердия. Цветовое доплеровское картирование демонстрирует движение крови через атриовентрикулярные клапаны. В сечениях по короткой оси мы видим нормальную аорту и нормальную легочную артерию. В легочной артерии регистрируется ламинарный спектр кровотока. В режиме двухмерной визуализации определяется значительное расширение правых отделов. Амплитуда движения задней стенки правого желудочка значительно снижена. В то же время определяется гиперкинезия межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка. Также можно видеть снижение амплитуды движения створок трехстворчатого клапана. В режиме цветового доплеровского картирования определяется снижение кровотока через трехстворчатый клапан и нормальный кровоток через митральный клапан. При регистрации кровотока через трехстворчатый клапан определяется низкоамплитудный аномальный кровоток. В выносящем тракте левого желудочка был зарегистрирован нормальный спектр кровотока. В выносящем тракте правого желудочка был зарегистрирован низкоамплитудный кровоток со значительным снижением интеграла линейной скорости, что говорит о снижении сократительной функции правого желудочка. В данной позиции более отчетливо определяется снижение амплитуды движения створок трехстворчатого клапана.
В режиме цветового доплеровского картирования отчетливо определяется умеренная трикуспидальная регургитация. Трикуспидальную регургитацию также можно наблюдать в режиме импульсно-волнового доплеровского режима.